И опять всем привет. Как я помню, не дожидаться до того, как у меня будет возможность поставить релешки, я не буду, это долго. Я хочу автоматически снабжать мою конструкцию камнем. Да, а то она перестанет работать. Поэтому сейчас буду перетаскивать вот этих вот товарищей. Но для того, чтобы начать их перетаскивать, из них нужно все унести. А для этого у меня должно быть свободное место в карманах. Что я сейчас и сделаю. Так, а где хранятся мои лавабанки? Перетащить все это из этих сундуков, сделать себе гаечный ключ. О, кстати, да, гаечный ключ нужно сделать раньше, чем я буду все перед... Ой-ё. Да. Айверклокеры, по-моему, они делались вот так вот. Мне нужны провода и сёкеты. Где сёкеты? Были же сёкеты. А, вот сёкеты. Все, никаких проблем. И провода. В количестве. Черт возьми. Сейчас эта штука будет производить эти куланцевсы быстрее, чем я бегаю, их забираю. Делаю из них. Да, может быть. Делаю из них оверклокеры. Ну, ладно. О, тут темно. И страшно. Это не так страшно, как может быть. Зачем я делаю оверклокеры, надеюсь, вам понятно. Я жадный, да, EMC. Да, все оверклокеры пойдут в мой заводик. Мастераторный. Так, это все сюда. Так, и я хотел сделать гаечный ключ. Причем не просто гаечный ключ. Где моя бронза? А гаечный ключ электрический. И если я хочу делать электрический гаечный ключ, мне его нужно начать уже сейчас заряжать. Батарейки. Батарейки нету. Но у меня где-то было олово, редстон и проводок. Батареечка. Почему такая маленькая? Почему его нельзя сделать лопатронистым? Так и так. Все. Эта штука пошла заряжаться, ну, например, вот сюда. А я продолжаю перетаскивать на произведенное. Так-с. Это просто для того, чтобы сделать мою систему. Ну, почему так неудобно работает этот дурацкий Project Table? Почему эти банки, он считает, что они кончились, значит, все, значит, хватит. Плохо. Так. Все, вроде бы все забрал. Да. Можно смело брать мой гаечный ключ. Ну, кстати, мне уже можно. О, ничего не сломалось. Мне уже прямо сейчас можно начинать делать глину. Я, правда, не помню рецепта. Все. Экстракторы идут сюда. К сожалению, я не знаю, что делать теперь с моторчиками. Хотя, почему бы и не вот так? Да. И вернуть мои сундуки. Так, с банки. Банок как-то мало. Банок надо 2 стека. Неплохо, кстати, ведромокальный завод работает. Ведромокательная станция. Доделать оверклокера. Порталган я хотел бы продолжать держать в руках. Ну да, сколько-то оверклокеров получилось. И начать их потихонечку расставлять. По 2 штучки в каждую. Это чуть-чуть ускорит производство EMC здесь. Но дело в том, что сейчас я построю еще второй такой заводик. Правда, первое время он будет использоваться для получения угольной пыли. Но почему бы и нет? Так, вроде бы все растаял. Нет, не все. Вот, теперь стало лучше. Правда, здесь у меня хватит только на 5 массераторов, но потом хватит на все. И меня абсолютно не интересует снабжение этого заводика электричеством, потому что оно автоматическое. Все. Стало чуть лучше, чуть быстрее.
иначе надо чаще наведываться в этот сундук. Кстати, здесь уже очень не кисло. Где моя? Где моя? Нет, у меня нету еще красной. Или у меня есть красная материя? Есть у меня красная материя. О. Замечательно. Все, теперь я начинаю делать красную материю. Ну, в общем, мне уже нравится. Сейчас у меня должна была произвестись ее материя. Яичный ключ. А, ну да, я его выкинул. Да, ее материи, по-моему, 4 штучки должно хватить. А, подождите, я сейчас вернусь. Я не помню рецепт для глины. Черт, мне нужно больше. Больше этой несчастной ее материи. Он делается из 5 штучек. Ну, из 5, так из 5. Какие проблемы? Никаких проблем я в этом не вижу. Это все сюда. Ну, это, наверное, тоже все сюда. У меня должна быть 5. И где скрабс, повоча? О, я, кстати, могу сделать автоматическое производство, автоматическое наполнение моих генераторов, ресайклеров. Да, их зовут ресайклеры. Мне нужен ляпис и 4 трубы. Может быть, 5. Не уверен. Ляписа, к сожалению, нужно больше. Больше ляписа, больше. Так... Ляпис. 4 трубы. Саплайер есть. Да, здесь все аккуратненько и ровненько. 1, 2, 3, 4. Пожалуйста, саплайте мне здесь. Полстека кобалстона сойдет. Больше ему не съесть. Ну и, соответственно, так как все правильно провайдеры настроены, а самое интересное, что провайдер стоит вот здесь вот. Ну? А, ну, конечно же. Да. О, это мой размер. Все. И он не вытаскивает камень из вот этого слота. Что приятно. Чуть там последний начал. Ну, ладно. Начал последний, значит, будет последний. Все. Внимание, глина. Да. Глину немедленно выучить и немедленно засунуть в печку. Да, все целиком. Пусть глинится там. Так, это пока не надо, это пока не надо. Сейчас у меня будет меркурий лай, и я смогу построить... Ой-ё. У меня какие-то невнятные проблемы. Я сейчас смогу построить себе второй кусочек мусераторного завода. Но, кажись, когда у меня здесь находится... Оверклокеры? По-моему, сапплайеры сходят с ума. Это так? Да, сапплайеры сходят с ума. К сожалению. Я не знаю, что с этим делать. И банка. Банка? А что у меня банка в кармане делает? Может быть, вот этих вот автоматом сапплайить? Хотя нет. Не то, чтобы очень быстро тратят все, что в них есть. Все, генерация ее материи идет. Ну, она идет, к сожалению, не так быстро. Но в эти оверклокеры я вставлять не буду. Что у меня, кстати, с банками охлаждателя есть? Банки охлаждателя есть. Можно доделать оверклокеры в тот ряд мусераторов. Черт, у меня тут замусорено так адско. Во. Это лучше. А, кончились проводочки. Ну, проводочков у меня много. Это немного. Сойдет. Сейчас добавлю себе. Да, сюда. Сейчас добавлю себе EMC в Client Star. Так, проводочки есть. Все, проводочков на все хватает. Черт, они у меня были. Ой. Оверклокеры есть. EMC сейчас будет генериться более активно.
здорово, приятно. Но почему-то, ну, как когда ты суешь оверклокеры в машины, происходит какая-то фигня с логистик-пайпсами. Они начинают тупить. Так, где-то у меня был один оверклокер. Да. Один здесь, два здесь, два здесь. И, наверное, по верхнему ряду с этой стороны пойду. Так, теперь можно сделать себе две вещи. Вещь номер один — Mercurial Eye. Вещь номер два — Alloy Furnace. Как я это буду делать? Вопрос. Во-первых, я себе возьму... Я не хочу выучивать кирпичи, чтоб я обещал EMC взять. Сойдет. Правда, это много EMC. Стоп, у меня была... Да, у меня была черная материя. Положить все в Client Star. О, супер. У меня есть кирпичи. Мне нужен конденсер. Ой, сейчас я сделаю глупость. Да, давайте я не буду делать глупость. Я возьму себе алмазами. И от конденсера тут всего лишь один алмаз в кирпичи. Мой размер. Что еще? Нужен обсидиан. Да, и все. Все. У меня сейчас будет Mercurial Eye. Стоп. Мне нужна еще одна. Одна Клайн Сталина. Ой-ё. У меня сейчас тут не влезет. Да, вторая Клайн Стар пойдет в Mercurial Eye. Так, так, так. И так. Все, я умею строить. И здесь у меня навсегда сидит вот этот Клайн Стар. Ну и в данный момент у меня навсегда здесь сидит кусочек Смустона. Во, дальше что? Дальше я хочу сделать печки на все. Вот на все, что у меня есть. Ничего больше нету ценного. На все, что у меня есть, я делаю себе редпауэровские печки. Да, 16 штук, господа. Да я маньяк. Все сюда. Да и алмаз тоже сюда. Более того, всю вот эту темную материю, которую я забрал, тоже туда же. Просто чтобы вся материя была красной. Кстати, нету тут никаких флуктуаций наверху. Не, вроде флуктуации кончились. Да, хорошо. Ой. И здесь тоже нету. Ну, ладно. Я счастлив. Единственное, что у меня сейчас конденсер может перестать работать правильно. Но это нормально. Это не страшно. Так, может быть, это даже хорошо, что мне придется поставить два конденсера. Продолжаем делать вот эти штуки. Не то чтобы их очень много, но мне нужно, чтобы этот заводик тоже работал быстро. Хотя, да. А чё я парюсь? Все равно же мне за ними ходить. У меня не так много места в карманах, они не стыкаются. Может, прям там автоматик крафтинг тейбл поставить? Не, плохая идея. Это дольше делать, чем потом получать удовольствие от того, что ты сделал. Сюда. И даже осталось чуть-чуть на нижний ряд. Почему по два оверклокера? Ну, дело в том, что у меня всего по генератору на 4 штуки. Ну, соответственно, 2 оверклокера, это значит в 2 раза больше потребления электричества. Ой, даже больше, чем в 2 раза. Так, ладно. Будем считать, что пока что они успевают конденсить все, что конденсится. И можно начать строить. Да. Не забывать о освещении. Режим extension. Ой, я сейчас вот эту застрою. Ну, давайте попробуем делать extension как-то. Вот так. Нормально.
Застроил? Нет, не застроил. Да, я здесь попрыгаю. Ребят, дайте мне здесь попрыгать так, чтобы... Ну, не нужны мне ваши тыквы. Ладно, фиг с ним. Сейчас нужно будет как-то построить здесь бортик. Ну, ладно, с бортиком сейчас разберусь. Палочки не нужны. Вот печки. У меня есть печки, которые я не включил. К сожалению, делать их как из красной материи не получится. Ладно, пока хватит. Кормить мы их будем углем. Черком, окей. Что я там буду жечь? Это хороший вопрос. Пока так. Не, я наверное, если... Стоп. А, что он там будет жечь? Что он там будет жечь? Он еще спрашивает. Ладно, во-первых, нужно расставить топливо. Я думаю, что мне хватит того, что я сейчас тут сделал, надолго. Кстати, надо уже начинать. Где-то надо брать Николайт. И надо сейчас сделать мессераторный заводик. И начинать активно сдаваться. Потому что мне нужен... Я не помню, где дают Николайт. И мне нужно серебро. Так. Что я собирался сжечь в этой печке? Песочек. Угу. И стек угля. 4 стека. Да. Я собираюсь делать вафли. Ну, во-первых, вафлей мне нужно много. Все, процесс пошел. Можно сделать себе смувстона и идти делать бортик. Правда, я не очень понимаю, как я именно его буду делать. Ну, но, видимо, вот по вот этой вот части. Здесь вот будет бортик. А, стоп. Мне же нужно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нужно делать как-то вот так вот. Не. Больше, пожалуйста. О, это мой размер. Ну, в принципе, нормально. Вот теперь можно делать бортик. Так, и больше я в эту сторону уже расти не буду. Надеюсь. Ну, мне еще нужно где-то делать билдкрафтовскую зону. Там, где у меня будут всякие моторы. Там, где у меня будут всякие лазеры. Но, ну да, кстати, как будут выглядеть мои лазеры. Это шедевр. Ой. Многовато. Ну, ладно. Так, я тут дырку не оставил, надеюсь. Но тут как-то темно и страшно. Стоп. Так. Я слышу две приятные вещи. Во-первых, у меня есть коровы. Во-вторых, у меня есть, черт возьми, крипер. Ладно. Ну, крипер это неприятно. Ой-ё. Так, во-первых, вернуть здесь факел. Там заспаунился скелет. То есть не вернуть, а поставить. Ну, вроде нормально. Со скелетом у меня сейчас будут проблемы. Сейчас там заспаунится еще кто-то. Надо немедленно осветить бортик. И делать себе кольцо. Да. Освещение только бортика, наверное, не хватит. Я не уверен. Так, мне нужна одна корова с мясом. И мне нужно некоторое количество курей. Можно без мяса. Чем мы сейчас и займемся. Так, во-первых, коровы, не убегать. Две штуки. Мясо есть, у меня даже кожа есть. Почему розовые? О. Скотина. Кожа пусть будет. Вдруг я буду делать какой-нибудь сортинг машины или фильтры. Мясо немедленно пожарить.
курей сразу выбросить. Стоп, что я делаю? Курей выбросить. У меня есть конденсер в руках. Да, мясо я, наверное, изучать не буду. Я просто его себе здесь сделаю. Мне хватит на всю оставшуюся жизнь. Да? Так, хорошо. Продолжаем разговор. Можно начинать делать... Ой, не туда пришел. Можно начинать делать второй мастераторный заводик. Нет, да, банки жили здесь. Можно, конечно, саплайер протянуть сюда вот. Но что-то как-то не очень хочется. Так, стоп. Выкинуть все, доделать оверклокеры. Ну, сколько получится. Притащить с собой еще охлаждателя. Забавно. Видимо, все проблемы с индастриал-крафтовскими машинами выражаются в том, что они перегреваются. И в оверклокерах исключительно охлаждант. Так, где-то там еще было немножко банок. Я не знаю, кстати, как их называть. В индастриал-крафте они называются cells, ну, то есть ячейки или клетки. Или как? Но это не капсулы, потому что капсулы — это в Forestry. Я не знаю, как эти штуки называть для того, чтобы их отличать от Forestry. А, черт. Это была подстава. И мне, кстати, скоро придется делать еще электроник-сюкеты. Но я к этому готов. Много оверклокеров мне не нужно. Что тут, верхний ряд я сделал? Да. И остался нижний ряд. Причем у меня, по-моему, даже больше оверклокеров, чем мне нужно. Это значит, я немедленно буду строить второй ряд. Ну, второй кусок мастераторного завода. Кстати, да. С двумя оверклокерами машины потребляют в 2,5 раза больше энергии, чем с одним, ну, чем просто так. И в 2 раза быстрее работают. Кажется так, если я ничего не вру. Так, ладно, оверклокеры живут здесь. Я беру провода. И нужно понять, как это у меня пойдет. Ой-ё. Ой-ё. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, я же могу смело начинать строиться здесь. Вот так. Я же помню, что мне нужно здесь 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше. Ряд мастераторов. Ряд... Труб, мастераторов, проводов. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Прекрасно. Где мои мастераторы? Ну да, вроде здесь хватает места всем. О, а я этот кабель, ну, трубу пущу, просто чуть-чуть на единичку сдвину. Мне же можно сдвигать. И у меня ничего не будет касаться. И в данный момент я здесь буду массерировать уголь. Потому что coal dust. Так, что мне еще нужны? Моторчики? Ну, с моторчиками проблема. Угу. Нет, пока не проблема. Но они кончатся, когда... Так, с железными трубами проблема. И energy condenser — это то, во что я буду все запихивать. Железные трубы... Интересно, в Forestry будут когда-нибудь оловянные трубы, и медные трубы, и бронзовые трубы? Или нет? Все равно делать много. Они потребуются. Да, можно начинать. Так, моторчики снизу. Выключатели тоже снизу. Выключатель сразу включить, чтобы у меня не было проблем с тем, что... Железные трубы реагируют на редстонный сигнал. Прекрасно. Дальше деревянные трубы пошли. Неудобно. Можно расставлять моторчики.
и тут же их повернуть, и не забыть о том, что я их, что их нужно повернуть, потому что иначе мне будет стрёмно. Да, конечно, такая цепочка из моторчиков будет взрываться долго, а сейчас они даже друг друга разогревают, но я же забывчивый, я же забуду. Что-то они как-то очень странно повернулись, но ладно. Да, вот эти повернулись нормально для двух кликов, а те повернулись почему-то на один клик. И пошли железные трубы. Все точно так же, как здесь. Последняя железная труба повернута в конденсатор. Я даже не буду соединять эти системы. Ну, я постараюсь их не соединять. Может быть, придется. Так. И массилировать мы здесь будем уголь. Пока что уголь. И причем сразу много. Но потом, конечно же, я перейду на... Ой-ё! У меня будет много угольной пыли. А потом я перейду, конечно же, на блейзроды. А что я сделал? Я еще даже питалого не установил. Ну, ладно. Сейчас установлю. Я забыл поставить генераторы. Это прекрасно. Так, ладно, все. Пока забили. Что у меня за музыка на фоне играет? Откуда это? Так, центральные две. Ура, я не сломал массераторы. Так, и что у меня? У меня кончились генераторы, мне нужно больше генераторов делать. Ну, ладно, это как-нибудь потом. Пошли заряжать банки. Пока все вручную, да. Автоматизация после того, как проект заработает. Кстати, ходить уже неудобно, нужно сносить тыквенную плантацию. Ну, снесем. Так, массераторы заработали. Если бы у меня был включен Industrial Craft-овский звук, тут бы такое стояло. Так. Все, банки полные. Банок сейчас в неавтоматическом режиме хватит надолго, потому что я не вставил оверклокеры. Но мне нужно... Или соединить? Нет, если соединить, то у меня вот этот вот сундук сойдет. Фига себе. С ума. Может быть, не имеет смысла поставить второй конденсатор сверху. И сейчас объясню, почему. Один, ну, то есть вот этот конденсатор перенести сразу наверх, чтобы он получал верхнюю часть блейз-паудера. Может быть, это хорошая идея. Но я сделаю это в следующей серии. Я уже чуть-чуть устал, я хочу отдохнуть. И время подходит к тому, что... Хватит. Ладно, с вами был Ваня. Это была очередная, я не знаю номера, серия похождений на карте Fit the Beast. Счастья, радости. Пока.